Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня я хотела снова начать, точнее продолжить, скажем так, генеральную уборку свою на кухне. Но мои мужчины меня сегодня решили позвать в кино. Точнее, они меня зовут сегодня в кино и на тот мультик, который я очень-очень-очень давно хотела посмотреть. Это «Холодное сердце». Сейчас идет вторая часть. В общем, они долгое время упирались, не хотели со мной идти, и тут решили меня немножечко порадовать и пойти вместе со мной на этот мультик. Конечно же, я не буду отказываться, поэтому генеральная уборка у меня откладывается еще на денек, но ничего страшного, главное — результат, да? Вот, еще многие из вас мне писали о том, что орешки со сгущенкой вареной — это вкус детства. Так вот, сегодня я хочу приготовить тоже кое-что из вкуса детства, скажем так. Это слойки с сахаром обычные. Их еще, по-моему, раньше называли язычки или что-то в этом духе. В общем, приготовлю. Готовится быстро, просто, вкусно и тоже, кстати, вкус детства. Вот, и я буду готовить не просто так, а потому что, девочки, я наконец-таки начала получать свои посылки с AliExpress. И я получила вот такой вот потрясающий коврик. Коврик для выпечки, силиконовый, многоразовый. Видите, он как сделан. Слушайте, вообще класс. Он мне пришел, кстати, вот видите, здесь такая полоса, но я думаю, что это пройдет. Он мне пришел, вот так был сложен. Блин, у меня уже все в коте. Он был сложен вот так, но не жестко вот так, а просто вот так вот и в пакетик. Вот, так что сейчас попробую, но для начала я, во-первых, его помою, потому что я вот его только распаковала. Я его помою и хочу немножко поставить в духовку, вообще проверить, выдержит он температуру или нет. Ну, на всякий случай, девочки, это я заказала с AliExpress. Я вам ссылочку оставлю внизу в инфобоксе, я просто боюсь, ну, вдруг он скукожится, правильно? Мне многие из вас писали, что нужно такой коврик купить в фикс-прайсе. Я не знаю, может быть, из-за того, что сейчас Новый год, да, и в фикс-прайсе ни таких, ни каких-либо вообще. Вот этот коврик, кстати, мне очень понравился. Он очень такой толстый, плотный, видите, какой. Ну, в общем, начну им пользоваться, ссылочку вам оставлю, и сегодня как раз слоечки приготовлю на нем. Там есть разные размеры, я выбрала вот такой, но почему-то думала, что он будет больше. Ну, не знаю, в общем, надо будет, если он будет хороший, то я закажу себе еще, там есть поменьше размер и побольше размер. В общем, вот такая вот мне пришла посылочка. Наконец-таки, и еще, и наконец-таки ко мне пришли безворсовые салфетки. Они очень сильно отличаются от тех, которые, видите, они какие, смотрите, девочки. А вот это обычные. Это я купила у нас, вот они, которые оставляют ворсинки. А вот это я заказала с AliExpress. Слушайте, мне вообще нравится. У них реально нет ворсинок. Вот даже если посмотреть на просвет, вот я вижу вот здесь вот ворсинки. Это то, что я у нас купила. А вот здесь вообще нет ворсинок никаких. Он такое ощущение, что вот эта ткань набита на что-то такое, типа силиконового, что ли. Не знаю, ну, в общем, мне пока понравились. Как раз буду тоже переделывать маникюр. Не знаю, до генеральной уборки или после, посмотрим. Вот, ну, а в общем, сейчас пойдем готовить. Я сейчас еще параллельно буду варить супчик обычный из капусты. И будем испытывать мой коврик. Ну что, я хорошенечко помыла, можно сказать, почистила этот коврик, поставила его в духовку при температуре 200 градусов, он у меня постоял 30 минут. И посмотрите, все осталось на месте, то есть я боялась, что он может немножечко как бы оплавиться или что-то с ним может произойти. Я когда выбирала этот коврик, в некоторых, скажем так, у некоторых ковриков читала такое, что начинают они дымиться в духовке, не было никакого ни постороннего запаха, ни дыма, ничего такого, то есть абсолютно хороший коврик, и посередине полоса, она выровнялась, а вот сбоку, видите, вот эта вот полосочка, она все-таки еще осталась, но я думаю, она со временем от температуры постепенно выровняется, и все будет отлично. Ну что, будем готовить наши слоечки. Вот у меня слоеное бездрожжевое тесто, оно уже разморозилось, сейчас я его немножечко раскатаю, нарежу на полосочки, и будем испытывать мой коврик. Вот обычный стандартный противень. У меня получается чуть-чуть с запасом по бокам, но с одной стороны. А вот здесь вот немножечко не хватает. Все-таки я думала, немножко больше будет по размеру. Ну, ладно, и так пойдет.
Вот я сложила наши слоечки, они у меня получились разного размера, но ничего страшного, у меня пойдет и так. На самом деле я их нарезала, ну, не так сильно толсто, и сверху посыпала немножечко сахаром. Вообще я их буду обсыпать сахарной пудрой. Именно сахарной пудрой моим домашним нравится больше. Это, кстати, отличный вариант на новогодние праздники, когда вся семья дома и все хотят есть, сделать вот быстро, просто и вкусно вот такие слоечки. Их все любят. Вот у меня постояло при температуре 180 градусов в духовке 20 минут. Вот так вот они стали выглядеть. Некоторые, конечно, красивенькие, некоторые не очень. И видите, я здесь показываю, что не прилипло вообще ничего к этому коврику, несмотря на то, что я делала с сахаром, и некоторые желтые пятна от сахара остались на этом коврике, все равно ничего вообще не прилипло. Коврик я не смазывала маслом. Что мне коврик, в принципе, понравился. На мой взгляд, классная вещь. Вот, сейчас я их все выложу и обсыплю сахарной пудрой. Скорее, больше даже для красоты, нежели для вкуса. Вот такие вот слоечки с сахарной пудрой у меня получаются. Быстро, просто, вкусно, все как я люблю. Вот, и очень ароматно. Видите, совсем чуть-чуть я посыпаю сахарной пудрой, просто, скажем так, для красоты, чтобы было так поаппетитнее, скажем так. И вот вам хочу показать вот этот коврик. Я его уже помыла. На нем оставались остатки вот немножко подгоревшего сахара. Все замечательно отмылось. И сейчас я его уберу. Единственное, что мне кажется, сворачивать трубочкой его не стоит. Наверное, просто вот так вот его и нужно положить. То есть он абсолютно остался вот в хорошем состоянии. Это не реклама. Я покупала его на свои деньги. Но мне действительно очень хочется поделиться с вами. Еще теперь меня ждет вот такая огромная гора белья. На самом деле я стираю каждый день, и по идее гладить мне нужно тоже каждый день, но я глажу раз в два дня, иногда и чуть позже. Пока я гладила, мои мальчики сделали вот такой вот в школу моему старшему сыночку вот такую поделку. Попросили сделать флажок, с другой стороны подписать пожелания учительницы, и вот, да, почерк, конечно, у нас не очень, но ладно, вот, и вот такой вот сделали, посмотрите, мне кажется, очень миленько, взяли у меня блесточки, которые мои для ногтей, мальчики, наклейки какие-то нашли, в общем, сделали вот такую поделку, умнички. Еще я тут на днях, ну, заходила в магазин Sunlight, боже, как возможно не заходить в этот магазин, я не знаю. Вот, я думала, ну, там присмотреть что-нибудь на подарки к Новому году и так далее. В итоге подарки не купила, не удержалась и купила себе вот такие маленькие мини-сережки. Я вам их вот так показываю, потому что у меня камера вообще никак не хочет фокусировать эти сережки. Они маленькие, обошлись мне где-то в 470 рублей. На самом деле 470 рублей, а настроение на весь миллион. Сейчас я вам покажу, как они смотрятся на ушках. Что вот такие вот миленькие, они на самом деле, видите, ну, обычные гвоздики вот такие вот маленькие, ну, просто милота, видите, мне не хочет никак камера на них фокусироваться, тут по-всякому пыталась, чтобы вам показать, вот такие вот ключики с просто с камушками. Мне так понравились такие миленькие. Я вам артикул оставлю внизу в инфобоксе, но насколько я знаю, что с доставкой, например, если заказывать, да, Sunlight, то они возят, по-моему, то ли от 1000, то ли от 700 рублей изделия. Вот, а это стоит 400 рублей, но мне кажется, вот, девочки, побаловать себя тоже перед Новым годом, поднять себе немножечко настроение, чтобы было, ну, в суете предновогодней, скажем так. Мне кажется, очень здорово. И цена вопроса всего, ну, считайте, 500 рублей почти, да. А настроение, я говорю, на весь миллион. Так что еще вот такая вот у меня новенькая милота появилась. Я не знаю, мне что-то так они понравились. Я, в принципе, разные украшения люблю. И крупные, и маленькие. Ну, вот эти вот вообще такое... Такая милость под настроение, мне кажется, маленькие украшения тоже, или если, допустим, какое-то объемное кольцо или подвеска объемная, то такое вот украшение, мне кажется,
Просто супер. Так что вот немножечко себя тоже побаловала. Ну что, все дела переделаны. Теперь можно и в кинушку идти. Вот так вот я выгляжу. Доску еще забыла убрать. Вот, ну уже вечерком. Вот, обожаю вот эти джинсы. Это джинсы Манго. Классные, клёш. Я их просто обожаю. Они такие мягкие, удобные, вообще потрясающие джинсы. И гольф. Моя любимая одежда в последнее время. Джинсы клёш и гольф. Вот, так что пойдем сейчас в кино. Мальчики не горят желанием, конечно, смотреть этот мультик, но мы идем. Маму же надо как-то, так сказать, радовать немножко. Вот, так что идем в кино. Приехали мы домой, девочки, такой классный мультик, такой милый, такой красивый вообще. Я просто обалдею, мне так понравился «Холодное сердце», вообще красота просто. Очень советую посмотреть, кто из вас еще не смотрел, обязательно сходите, прям милота-милота. Такой вообще, у меня бы в детстве были такие мультики, вообще красота. Мне очень понравилось. Вот, ну и на сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую. До новых встреч!